Жена Тарзана призналась, что у нее выросла грудь. Артистка стала участницей нового шоу «Конфетка». Она появилась в студии в раскованном образе. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» надела алое платье с глубоким вырезом. Наряд плотно облегал фигуру Наташи, подчеркивая ее женственные формы. Королева показала, как ее готовили к выходу на сцену в гримерке. Артистка решилась рассказать о переменах, которые с ней произошли за последнее время. Как оказалось, грудь певицы выросла до 5-го размера. Всем девочкам, которые переживают за маленькие сиськи, хочу сказать, не волнуйтесь. В 50 сиськи вырастают. Правда. У меня на 2 размера. Диди, реально Диди, я в шоке, поделилась Наташа. На шоу артистка исполнила песню «Вези меня на Ибицу», 11-летняя Элизабет. Юная артистка объяснила, что текст трека написала ее мама, воспитывающая 4 детей. Наташа Королева подарила новую жизнь композиции. Это не новая песня. Это особенное шоу, где мы, профессионалы, осуществляем мечту непрофессиональных авторов песен. Любой человек может написать песню, и, если ему повезет, то в шоу «Конфетка» эту песню исполнит известный артист, объяснила Королева.